Аграрии Мозырщины уложились в сроки, установленные президентом. 20 августа – это день, когда намолоченное зерно должно быть сдано в амбары. Жатву зерновых колосовых культур в нашем районе закончили на несколько дней раньше. Вес общего каравая – почти 32 тысячи тонн. Это на 247 тонн больше, чем в прошлом году. Было к уборке по Мозырскому району 10 288 гектаров. Убрали мы практически 100% сегодня. Намолотили по Мозырскому району 31 830 тонн. Средняя урожайность составила 39 центнеров с гектара. Результат немножко лучше прошлого года. Хотелось бы, конечно, в этом году и больше получить. Впрочем, в последние дни уборочная погода сполна компенсировала стартовые потери. Чтобы каравай не потерял в своем весе, работали хлеборобы в очень активном темпе. Работы велись одновременно на полях Мозырского и Наравлянского районов. Что касается Наравлянского района, то же самое, уборка завершена. Сегодня намолотили мы там 12 470 тонн. И средняя урожайность немножко ниже прошлого года. По двум районам сложилось это в общей сложности не средний урожай, неплохой, можно сказать так. Что касается доработки зерна, то на сегодняшнюю дату практически все зерно мы завершаем доработку зерна полностью. Оно круглосуточно работали все сушилки, поэтому зерно все засыпано в амбары. Дорабатываем на сегодняшний день семенной материал, который необходим для посева. На следующий подурожай 2018 года мы запланировали 15 280 гектар по Мозырскому району. В лидерах по урожайности совхоз-комбинат «Заря». На этом же предприятии работает самое большое в районе количество тысячников. 5 экипажей комбайнеров сегодня помогают с уборкой отстающим хозяйствам Петриковского района. Еще 14 отправились к соседям в Ельск. На Мозырщине завершается также уборка соломы, и большинство хозяйств приступило к севу рапса. Совсем скоро на зерно начнут убирать кукурузу. А это значит, что труженики полей останутся главными ньюсмейкерами еще как минимум несколько недель. Екатерина Юрченко, Виктория Синицкая, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».